штрафует Кабешова. И Екатерина Гамова сейчас забивает. Да, мне тоже показалось, чуть далековато от сетки сейчас была эта передача. Можно чуть-чуть ближе, и тогда Кате будет легче. Она по высоте этот блок переигрывает. Не нужно будет тратить силы на то, чтобы добивать этот мяч. Флир в атаке, Гамова в защите. Отлично, еще одна на Гамову передача. И теперь пыталась по линии Екатерина пробить. И пробил-таки. Блок голландок коснулся мяча, руки блокирующих. Вот мы видим на повторе правой рукой. Дебестан зацепилась за этот мяч. И 10-9, выходим вперед вновь, как и на старте второго сета. Сегодня в заявку нашей команды на этот матч не включил Кузюткин Юлию Меркулову. Конечно, на позиции центральной у нас не обсуждается место чемпионки мира Марии Бардаковой. Ну и вот Елена Муртазаева и Юлия Седова периодически, поочередно. Ну зато всегда в 12, и, наверное, у нас есть шанс все-таки увидеть Ольгу в деле. А теперь мы закрываем Манон Флир. И снова это была Гамова и Бардакова на первой линии. Хороший блок. Вот так вот потихонечку отрываемся. 12-9. На подачу Марины Шишениной. Хорошая серия, обязательно нужно держать. А вот и увидели, как Ким Сталин снизу передачу выполняет. И не привело это ни к чему хорошему голландскую команду. Так что в ответ на слова Владимира Ивановича, не лично мне были сказаны, в газете прочитал. Можно сказать, что не только наши девушки вынуждены иногда снизу подкидывать мяч. И сейчас уже 13-9. Манон Флир в атаке. И снова у нас работает двойной блок. Теперь нужно качественно пасовать Гамовой. И да, ничего пока вот не это... могут голландки поделать с Екатериной. Вот все, что сила. Она... А сейчас атаковала, все забила. 14-9. И вот больше вклад, конечно, в этот отрыв внесла Екатерина Гамова. Замена вместо...